Есть ли предназначен мне человек, или это мой выбор? Судьба или выбор? Данный вопрос звучит так, как будто мы заходим в темную комнату к цыганке и спрашиваем: «Ой, цыганка, раскинь-ка мне карту, кто же мой суженый?» Кажется, в самом вопросе есть небольшая проблема. Если мы спрашиваем о выборе, то по сути признаем, что выбор есть. А если выбор есть, значит, выбирая вариант судьба, мы как бы подразумеваем, что выбор есть, но мы осознанно не хотим им пользоваться. А может, так просто легче и удобней? Ведь наш выбор – это всегда решение, а решение – это всегда ответственность. А вот и приплыли к сути. Исходя из этого, можно перефразировать вопрос. Есть ли отношения, в которых не придется нести ответственность, или все-таки это неизбежно? А если судьба, то значит не судьба. Гладкие взятки, крайних нет, ответственных тоже. Прошла любовь, завяли помидоры. Мне кажется, это просто удобный вариант, особенно для тех, кто не хочет нести ответственность за свои поступки и действия в отношениях. Тогда, если что-то пойдет не так, я просто обвиню судьбу. Так что вопрос вторых половинок, как и многие другие вопросы в жизни, на мой взгляд, это не результат ожидания того, что тебе подкинет судьба, а конкретные действия на основе выбора, который ты делаешь. Будет ли твой выбор правильным или нет, это тоже немаловажный вопрос, но уже из другой темы.